то, що ставиш і бросаєш палки. Дорогі голуби. Дзвіночки, дзінь-дзінь. Давай, я научимо зараз. Поля просто снимай меня. В столовой еще. Завтра в 11 часов мы здесь играем игру. Нет, Легница. Приезжаем в отель, покушали, сели в автобус и едем в Аланию. Два часа будет отъезд в Аланию. Там до вечера погуляем. И 21-го на следующий день, 10:30, мы из этого отеля выезжаем, переезжаем туда, в Москву. Квадрата работы. В одном квадрате работают Ковалев, Павлов, Баланс, Нигуб. Завтра ми граємо з командою, в якої ти був. Розкажи, будь ласка, за неї, за той час, коли там був. Це команда з небольшого городка, недалеко від Вроцлава, Лебниця. І, коли я прийшов, ми були в першій лігі. Тоже как, ми зараз знаходимося, зуміли зробити, піднятися в рівень вище, вийти в екстракласс. Було дуже хороше час, проведене для мене. Клуб такой небольшой, с небольшими традициями, небольшая группа болельщиков, уютный стадион на 6 тысяч, всегда заполнен, и было очень интересно играть всегда. Всегда очень много иностранцев находилось в команде, я когда был, например, там была почти половина команды иностранцев, половина поляки. Президент старается всегда набирать такую команду. Иностранцев. Есть 3-4 испанца в команде, 2 финна были тогда, много разных наций. Было так очень интересно. В раздевалке, в принципе, разговаривали по-английски. Завтрашний матч, обещаю, будет цікавым. Да, команда, они вылетели обратно в первую лигу, и они сейчас борются опять за выход в экстракласс. И находится тоже вверху, как и мы, в принципе, команда ставит задачи вернуться туда обратно. Я думаю, что это будет очень интересная игра, потому что через там неделю у них уже стартует чемпионат, и они будут уже в хорошей форме, я думаю. И команда такая играющая, я знаю этого тренера, поработал с ним, всегда требовал, чтобы команда играла, и я думаю, будет очень интересно. Надо было 5 раз прыгнуть. Ух ты, ё-моё. Видно, що є сила. Це лев який. Як мишно б'є. Бачили, як лев? Тут і тягає.
Левый, правый. Ты идешь, пожалуйста. Ну где ты, Арнольд? Я уже 40 минут жду, когда ты ударишь. Ник, давай. Дай тебе еще раз. Давай. Вчера не Это я ему так передачу на днях, помнишь, давал? Вот тоже так немножко сделал туда. Ладно, так это. Кстати, опять на выходном, да? Ты сутки через двое. Завтрашний наш соперник, команда «Медь Лехница», команда первого дивизиона, идет где-то там 5-6 место, они сейчас делят, 9 очков отстают они от первого места. Вот. Команда, которая была в премьер-лиге год назад, в прошлом, да, Млад? Да. В прошлом году. Вылетели. Как раз позапрошлом вошли, да, вот. Но опять же, нам нужно совершенствовать больше свою игру под свой чемпионат. То есть мы соперника разбираем так поверхностно, скажем. Какие-то определенные моменты мы вам показываем для того, чтобы наша задача найти слабые стороны и нейтрализовать.